стойте! Что это была за грёбаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. О, да. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Эта тварь, чем бы она ни была, все еще где-то здесь. Может, дышит нам в затылок? Она была в цепях. Совсем как женщина, брошенная в воду. Это же не просто совпадение. Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Пойдемте уже. А нет, кто-то ползет за нами. Да не бойся, здесь никого нету. А нам нужно найти выход с кладбища. Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Так. Там у нас ничего нет. А им обязательно было ползти в кладбище? Эксит. Направо. А мы пойдем налево. Мне кажется, это вход, а не выход. А та парочка осталась на мосту, да? Пойдемте уже. По всей видимости, да. Жуть. Она все еще ползет за нами. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Да что ты такое? А что будет, если накосячит? Да там на велосипеде кто-то, ё-моё. Да это же тот чувак из бара, помнишь? Приехал нас спасать. Мне кажется, лучше не лезть к нему. Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должна остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Я зайду и осмотрюсь. Я чувствую, скоро кто-то умрет. Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Этого не повторится. Сбежал цирковой уродец. Вроде того.
Что за звук? Не слышу. Историческая тропа Little Hope, тропа ведьм. Аня, ты же позволишь кому-нибудь умереть? Ну его нахрен, пойдем. Нет, домой, да? Может быть, мы всех спасем? Не думаю, что есть другая. Ну так неинтересно, давай кого-нибудь убьем. Только если не специально. Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. Так, а где у нас тут карта? Нету? Эй, сюда! Посмотри на это. Эта тварь может быть еще здесь, в воде. Нет, мы от нее оторвались, уверен. Ой, что-то этот мост не внушает Черт. Доверия. Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Можно, пожалуйста, по отдельности, а не вместе? Хорошо. Но только на тот мост поперли все вместе. Голая задница. Нудисты атакуют. Лиса. Хорош играть в хорроры. Не надо меня пугать. Ты видишь? Могила ведьмы. Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Little Hope. Уходим отсюда. Дэниел! Уберите свои руки! Тише! Умоляю. Мэри? Мэри! Мэри! Сюда, я здесь! Мэри, исток всего зла здесь. Что? Какое зло? Вы знаете, что происходит? Потому что мы вообще ничего не понимаем. Мы до смерти напуганы. Толкуете мне о смерти? Нынче я извлек тело жены из водной могилы и зарыл в землю своими собственными руками. И все из-за нее. Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее. Вот она. Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоук. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне.
Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще да нет? Что ты? Нет, пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Она хочет, чтобы мы шли за ней. Так, и что ты думаешь, мы пойдем за ней? Да. Да, пойдем за ней. Она явно тут замешана. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Эй, подождите! Не оставляйте женщину. И гадость. Мужики, блин. Эй! Вы тут? Куда все опять сбежали? Нет, нет, отпустите меня, нет! Парни! Парни, я хочу жить! Чего он так спокойно идет? Беги давай! Так впереди тоже темно и страшно. Никто не знает, что там. Не отстают. Да, он все еще позади нас. О, Господи. Заперта! Может, ты пойдешь чуть быстрее? Хана тетке. Анжела? Блять! Нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем, пока Дэниел Стейлор нас не найдут. Эй! Мы, наверное, могли ее спасти. Так ты же все правильно нажимал. Если бы мы не пошли за девочкой. Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы.
Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. И если мы сами останемся живы. Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Так, цена 8 баксов. Это полезная информация. А внутри ничего нету? Ну, вроде там нету кнопки открыть. Так, уберем, что тут нам мешает такое. Эми Ламберт, первая из обвиненных. Эми была обвинена в колдовстве девочкой Мэри Милтон, которая заявила, что видела ту, летящую на ивовой ветке. Когда в суде возразили, что Эми видели за много миль от этого места, Мэри сказала: «Я глядела, как ее губы шепчут заклятия, и признала ее за демона в обличье Эми». Пастор Карвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Ну, мы и так поняли, что ее обвинили первой. Но что дальше? Что нам это дает? Так, что-то скрыто здесь. Спойлер. В этом был весь смысл суда. Люди, которые сговорились с дьяволом. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Я, Мэри Милтон, признаю истинность увиденной мною греховности. Пред днем субботним госпожа Эми подле ясеня толковала с черным Самуэлем, духом в облике собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды провернулась и изъявила согласие служить духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Сии и прочие темные деяния видели мои очи. 25 февраля 1692 года. Саймон Карвер. Икс. Или крестик. Подпись. А раньше же не умели подписываться. И ставили крестики и нолики. Эй! Данная кукла. Взгляните! Принадлежала предположительно ребенку. Я это уже видел. Где? На дороге возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Но зачем? Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Да-да-да, попробуем. Окей. Согласен. Давайте. Ну, а вдруг это разозлит девчонку? Я этого и хочу. Надо же, чтобы поэффектнее было прохождение. Ты же, кажется, хочешь всех оставить живых. Сработало. Эх, кто-то в меня вселился. Если честно, я не уверен.
Хорошо горит. Так, а что у нас тут? Картина. Вон девочка лежит. Угу. А там, кажется, улица. Да. Киса. Пойдем потискаем кису. Да, может быть, ее нужно покормить. О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Его терзают смутные сомнения. Конечно, там все не так просто. Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Ты слышала? Может, что-то слышала, не уверена. Народ! Там женщина, спасайте ее! Это вы там? Может, пойдем отсюда? Где остальных носят? Вот так просто? Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анджела уж точно не бросится меня искать. 100 пудов. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Ты точно уверен? Да, я ее давно знаю. Дольше, чем всех вас. Жизнь у Анжелы не сахар. Но сердце у нее доброе. Так, спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти... Вот в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Нет. Я им в прошлой жизни был. Здесь мы не пройдем. А может, хватит уже по чужим домам ходить, а? Они сами ищут себе проблем. Любопытство. Да тут куда ни поверни, везде проблемы. А если окошко разбить фонариком? Эй, Тейлор, посмотри! О, вот здесь можно, это кажется. Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Облом. Открыто. Я его подниму без проблем. Ах!
Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым, но результат же очевиден. Ага. Отлично. Дамы вперед. И ты туда же. Что за... Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Давай, сюда. Так они не в тот же дом зашли. Они прям как живые. Да, похоже, что это то же самое здание. С девочкой. Что там? Я там что-то видела. И мы, наверное, можем пойти. Ты куда идёшь? И найти сожженную куклу. Ты уверена в этом? Нет. Ой-ё. Вот кто следующая. Она от кого-то будет бежать. Тейлор! Кукле, иди. Это мы уже читали, спасибо большое. Тейлор! Ты как? Что происходит? Да выбей ты эту дверь уже! Блин, давай же! Что такое? Там голоса! Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит. Какого хера? Прости, что я не был рядом. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт. Идем отсюда. Согласен. И мне дали достижение «Добродушный характер». Чувствуешь? Здесь что-то недавно сгорело. Да, чувствую. Да, это мы здесь куколку жгли. Вдобавок. Ёптись. Чё, где это? Интересно, она мне покажет, что она там увидела? Так, вот это то место. Эй, посмотри. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки. Думаешь? Как странно. Это странно? Да тут все как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю.
Че, нету, что ли, ее? Нет, не видно. Идем, нам туда. Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать? Та тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжелу. Неустанно. Надеюсь, Анжела в порядке. К тому же, раз детская игрушка сгорела, значит, все в безопасности. Так? Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Ой, да, но у тебя с твоими подсказками. Без подсказки? Вы полагаете, что сами во всем разберетесь? Да, конечно, ты бесполезен. Ставки намного выше, чем жизнь или смерть. Надеюсь, вы правы. Мы же Лиса и Йорик, мы справимся сами. Одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже.